Все, я уже начала играть, и мне придется быть фиолетовой. Вы представляете, фиолетовой. Ладно, давайте надеваем такую маску. Ура, у нас скоро Хэллоуин. Юа, я предатель! Наконец-то, сейчас мы... Ну что, готовы? Сейчас мы кого-нибудь тут-то прибьем. Давайте, ну, типа, выполнять задание, прикроем сейчас. Типа, да, мы выполняем задание. Типа, мы выполняем задание, да-да-да-да. Типа, мы выполняем задание, ага. Он выполняет задание, я не могу его кликнуть. Блин. А, так точно, он же это, предатель тоже. Да блин, чего вы бегаете вместе? Так, я не знаю, я еще никого не убила. Где? Уже трое? Серьезно? Скип, пишу. Я должна кого-то грохнуть. Конечно, мы пропустили голосование. И у нас осталось 3 предателя. Я хочу кого-нибудь грохнуть. Хочешь грохнуть так? Блин, у меня перезарядка. Да блин. Серьезно? Зачем? И что? Бегал себе. Я, короче, голосую за него. Поскорее бы закончилось это голосование. Да блин. Нет. Я чуть из игры не вышла. Пипец. Его выгнали, да? Ну, конечно же, победа. Я даже и никого не загасила. Как хорошо вообще. Я даже никого не загасила. Почему жизнь так жестока? Давайте зайдем сюда. Я чё? Да блин, там мой цвет был свободен. Да блин, что? Ну давайте просто бегать и выполнять задания. Мы ж такие дебилы. Чё нам еще делать?
Да блин! Где? Все пишут, где кто. Не орать. Давайте приняла. Я голубой и синий. Зачем он? Я не могу. Я голубой и синий предатель. Спасибо. Да что ты палишь? Человек, ну ты и крыса. Предатели. Свет отрубили. Да ё-моё, да что такое? Что такое? Как я буду выполнять задание? Но это крыса. Это шаурма. Ну да, меня уже свалили. Ну что ж, теперь убивайте. Флози, кто Флози такой? Флози. Флози. Все равно нас палили. Угу. Шаурма пишет. О, господи. За шурму так проголосовали много. Ну, там, короче, красная вообще спалила вообще по полностью. Взял, спалил там. Все. Это не надо поливать. Угу. Так, так, давайте проверим что-нибудь, может там. Так, давайте. Да ё-моё, опять! Ок. Да мы знаем уже. Да мы знаем. Синий. Ой, сколько человек уже зарубили. Раз, два, три, четыре, пять человек. За него все просто проголосовали. Он ни за кого не проголосовал. Ну, конечно, у нас победа. У нас, точнее. Ну, а что? Победа, победа, чё? Опять реклама. Наш мир, господи. Это не только мир информатики и технологий.
где шаурма реально? Может спать пошла. Ой, я член экипажа, да серьезно? Опять я член экипажа, да что такое? Уже! Уже! Окей. Если не он, то ты... Я, конечно, все понимаю. Это или синий, или фиолетовый. Я это не знаю. Я с шапкой был. Ясень. Пень. Ясень, пень. Так, ну все, давайте. Офигеть. И что, типа мы не смогли принять на вершине голосования, пропущено. Ладно, допустим. Тут ничего не надо. Да что ты за мной бегаешь? Слушай, пацан, отцепись. Даня, блин. В смысле, как так-то? Ура! Народ. Я видос снимаю. Нет. Потому что нельзя так делать. Ну, короче, все, мы бежим. Мы бежим, бежим, смотрю. Ну, пойдет он на бетон. На-на-на-на-на-на-на-на. Короче, тут ничего нет. Ладно, все, допустим. Тут постоянно кого-то убивает. Ну ладно, я пойду. Ты тряси, тряси. Утечка кислорода. Нет. Нет. В смысле? Уже? Не, ну не, ну они злая команда, конечно. Да блин, что это какая-то сикая? Я не успела сделать. Ура, я предатель! Все, сейчас буду кого-нибудь мочить. Но на этой карте вряд ли кого-то замочишь, потому что тут все бегают с тобой. Просто тупо. Все бегают рядом, рядом, рядом.
Да блин. Где? Пишем. Я хотела убить. Не. Это не он. Я с ним была. Ну, окей. Я скип. Я, короче, скипаю. Помидорчик. Помидорчик, ты совсем? Зачем ты? Все за коричневого вообще. Сьюзи, бедненький Сьюзи. Ну, что мне делать? Сейчас кто-нибудь тут. Вот есть Люка, тут нет, блин, Люка. Люка нету, блин. Да. Где опять? Потому что ты, он меня спалил. Ты чё меня спалил? Не, ну он реально меня спалил, вообще офигел уже. Взял да спалил меня. На, те. Чё, папа, тут стоишь? Давай, давайте. Я вам сейчас такой здесь саботаж устрою. Чё, убили кого-то? Вау, кого-то убили, как интересно. Сейчас я вам такой саботаж построю. Такой саботаж сейчас у вас будет вообще. Я вообще не могу. Вот как они так сделали? Я не могу поверить, что предатель просто нас спалил. Ну, когда-нибудь. Дайте починить в редакторах, но когда-нибудь. Датчик проголосовал. Папа и помидорчик. Кто же выиграет? Никто. Сейчас я им такой саботаж устрою. Да, они сейчас не починят по-любому. Ну тут только один человек. Ой, ноль человек. Ой, как же так? Давай быстрей. Сейчас я это такое организую, что все сейчас побегут. Я сюда организую, чтобы...
чтобы все сюда бежали. Ну, конечно же, они побегут. Редактора скоро будет. Победа! Ура! Хоть я ни разу никого не кокнула, но ладно. Допустим, этого не было. Пардон. Давайте пока что... Я хочу сделать себе вот такой этот. Я хочу быть Джефф-убийца. Я Джефф-убийца. Так, три предателя, но я мирный. Поэтому давайте побежали. Блин. Я первая. Чё все около меня встали? Это они предатели полюбас. Это чё? Это розовый. Это розовый. Я видела. Он из люка выходил. Что, не видно, что кого убили, что ли? Я буду за нее голосовать. Ой, за Юльку прям все. Розовые спрашивают. Да по-любому она и видела, что это она. В смысле? Это не она, что ли? Зачем? Ок. Ну, окей, значит, коричневый. Ну, кто? Скажите, кто предатель? Смысл? Смысл? Аранти. А где тут Аранти? Аранти. Не я. Кто же предатель? Да, так интересно. Почему ты именно меня? Я же ничего не делала, никого не убивал. Да, да, да. Ладно, если вы меня раскусили. Так. Ой, господи, сколько за него проголосовало. Он предатель был, а кто еще? Ну, пока что я жива. Да зачем опять? Да зачем? Да.
задрали уже. Короче, за Лизу проголосовал желтый, потому что он начал спор. И она не была предателем. Значит, я не знаю, кто это. Давайте, глядите. Твои предатели остались. Так, сейчас. Поражение. Ну, на этом видео заканчивается. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте это видео и всем пока.